Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы играем на режиме захват флага в Майнкрафте. Сегодня играем вместе с Владом. Влад? Да, всем привет! Ну и что ж такое? Захват флага, Влад. Ну и ладно, я расскажу. И суть этого режима — это захватить вражеский флаг, точнее, вот мы сейчас играем за красным, нам нужно захватить у синих. Помимо этого, мы можем выбрать также определенный класс. Их тут всего 10. Вот же как вот продемонстрируй. Да, я продемонстрировал уже, и их тут не 10, а их тут 10. Влад? О, Влад! Короче, Влад, если ты проблемы с интернетом. О, а? Влад, стоп, ты меня слышишь? Короче, сейчас я поставлю на паузу. Прием, прием, меня слышно? Да, еще проблемы. И продолжим. Итак, все, продолжаем. Вышла такая маленькая заминочка, и я взял класс шпиона. Шпион может превращаться во вражеского игрока, то есть я сейчас юзну книжечку, я стану синеньким. Вот, я синенький? Все, погнали. Ух, да блин, кто меня бьет? Ой, И еще когда мы захватываем флаг, на нас накладываются всякие разные эффекты, такие как... О, мы уже, мы прикинь, уже притащили флаг. Я сейчас тоже возьму. О. Влад, ты готов меня защищать? А? Я взял флаг. Не... Ай, понипарит, жак, давай, на мне все внимание. На тебе все внимание. Ну, как всегда, Влад залагал, но в самый ненужный момент, но я убегаю! Я убегаю! Я убегаю! Я... Жека! Меня убили! Вот именно! Меня как убили, меня все вокруг били. Слушай, Влад, можешь мне объяснить секрет твоего лага? Ты как бы в скайпе залагаешь, а в Майнкрафте ты уже. Да у меня. Может, это все из-за Windows 8? Сам ты Windows 8 делал. Стоп, Жек, знаешь что, смотри? Вот можно вопрос? Вот ты когда скачивал скайп, там тебе нужно было типа активировать там через Windows 8 всякая такая хрень? Нет. Нет? А в общем, смотри, я в общем, я еще первый раз, когда начал скачивать с официального сайта, мне предложили там, там знаешь, типа на Windows 8 есть какой-то магазин специальный. Ну. Вот, типа, нужно было через него активировать, то есть там как-то зарегистрироваться на Windows, марки, что-то такое. И оттуда скачивать. А я с пиратского сайта скачал. Может, с этого? Да, короче, после серии посмотрим. Да. А, слушай, я что-то не понял, а где... Где флаг-то, а? Не знаю, еще продолжил. Так, 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 помоги, 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 3 хп. Одного убил. Сейчас второго убью, блин, не убили. Красава. У нас красава, чувак, он захватил флаг, уже бежит. Ты увидишь? Да. Он все, принес, по-моему. О, отлично, меня убили. А, нет, он не принес, не принес, не принес еще. Где он ходит? Тут чувак с нашим флагом. А, стоп. Это... Ой, этот чувак, он не ставит флаг. Слышь! Ну все, рыжик пшибан. Here. Какой here? Сюда here. Иди, сюда иди. Here. Да, Жека, он не понимает. Сюда иди. Это русский сервер. Ну! Ну! Ну, поставьте флаг! Он думает, так. Если я поставлю, что мне будет? Ничего, да? Видите, ребят, ничего не будет. Не хочу ставить, пойду посплю. Ну ты, дурак! Поставь флаг, дурак! Ну, пуш, 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 пуш. Пуш, какой пуш? Пуш. 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 А ты дурак, пуш. Да пуш. Сам ты пуш. Он дурак, он такой дурак. Ну, он такой дурак. Ну, чё делать, чё я? Зови админа, Жек. Чё он так, он не сдохнет же, да? Ну. О, нашла правильно. Долго, конечно. Он меня задрал. Так, сейчас напишу овершот. Хочешь? Я подарю тебе что-нибудь. Нет. Джек. Пуш, да. А, все, нет, не писал. We are recording a video. Что это значит? Мы удаляем видео. Ну блин, да поставлю, ты положу. Как да, он поставит? У нас... Да, 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 он сдох. Ой, как радостно, туда он сдох. Он сдох. Ура. Вау, Жека, прикинь, он сдох. Ура. Блин, я даже флаг не смог взять, у нас уже его не взяли. Ема, захватили флаг. Я с ним бегу. А я его защищаю. Жека, смотри, почему у него такая скорость большая? Видишь? Я не знаю, я тут бью всех. Может быть, он VIP. Па-па-па-пам-пам-пам-пам.
там. Жакка и... Финиш, 3, 3, 2, 1, go! Yeah! Oh yeah, boom! Rock and roll! Ba-da-da-da-da-bum-bum-bum-bum-bum! Я беру флаг! Я взял флаг, я бегу! Меня сейчас убьют, одно хп! Одно хп у меня, блин. Ха-ха, Жак, ты сдох! Сейчас скажут в комментариях, вот дебилы снимают видео. Дебилы. О, Shadow Knight, братан, иди сюда. Никс плагиатил, да? Да вообще, беспредел. Таких надо банить, Жак. Да? Давай кучу репорт напишу. Враг, репорт, враг, репорт. Рассось. О, у нас взяли флаг. Нет. Ой, все. Капец, это игра, это имбовская. Быстрая. Имбовская какая-то. Нормальная. Юа Вининг? Что? Мы победили? Или мы победили? Мы это, еще два фута. Мы проиграли, потому что... Потому что Влад догадка. Потому что Евгений вылетает. Да-да-да, конечно. Да. У меня есть прямые доказательства, что ты вылетаешь. А у меня косы, что? Вот что, а? Влад, можешь оборот подыщать? Я беру их флаг. А, ты уже там, да? Я взял. А, Жак, я вижу. Я бегу. Хелп, убивает моего чувака. Бомбера. Бомбер. Жак, давай, дай мне все внимание. Уходи. А, на тебе, блин, все внимание. Я тут в центре внимания, ты понял меня? Жака, сзади бежит. А, ты бежишь сзади. А, я убил. Так, заходим за команду синих. Ты, главное, того чувака убей, который еще, ну, тащит флаг. Наш. А кто ваш флаг? Все, не тащит. Я иду. Я бегу! И тут Жека убивает. Да-да! Е! Красава-пум! Красава-лапум-пум-пум! Брателла чи-ти-ти! Красава-лапум! Че? Че? Да-да-да-да-да-да-да, конечно! Конечно, вылетел он! Я... У меня уже чутьё! Ну, конечно! Жеканское чутьё! Влад, бери флаг! Жеканское, это обладанское! Его взяли уже! Вот, ну слушай, дай флаг, а? Вздыхай, ну. Давай, будем подыщать его кофе. Нет, вздыхай. Я хочу флаг взять. Я хочу взять флаг. Да нет, ты его уже никак не... А, нет, взяли, в смысле, его убили. Я взял флаг! Тебя убили даже. Ну все, так, когда синих зайти, а? А, что тоже убили? Я несу флаг. Я убили. У меня нет. Всё. Ой-ой! Я случайно открыл меню! Windows 8! Пол хп! Нет! Я тебя не вздыхаю! Лол! Как ты не вздыхаешь? Пол хп! Смотри, Влад! Пол хп, говоришь, да? Ну иди сюда! Блин, убейте этого чувака! Убейте! Я поставлю флаг! Кто флаг-то взял? Ничего не пойму! Ну, противник наш взял наш флаг! А, всё! Мы выиграли! We are the champions! Нет, we... Нет, да, нет, я всё. Да. Что ж, мне кажется, на этом стоит закончить эту серию. Да. Она будет довольно интересной. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу, подписывайтесь. Ну а с вами был Жека. Влад. Паша. Лагающий Влад, да. Всё. Лагающий, кто вообще лагающий, Да, ладно, всё. Всем пока.